Вопрос, который я передаю от зрителей, это вопрос касается строительства детских садов и нашего знаменитого детского сада «Солнышко». Прежде чем вы будете отвечать, мы покажем видеоматериал, пожалуйста. С 1 декабря в городе Полярные Зори все-таки начнет работу детский сад «Солнышко». Напомним, весной этого года прокуратура обратилась с иском в суд с требованием запретить эксплуатацию здания из-за технических нарушений при строительстве. Администрация города, которая выступала ответчиком в суде, ходатайствовала о проведении повторной строительно-технической экспертизы. Она была готова в октябре. Суд продолжил рассмотрение дела. Экспертиза показала, здание не имеет существенных недостатков, препятствующих его дальнейшей эксплуатации. Эксплуатация здания детского сада расположена по адресу Мурманская область, город Полярные Зори, улица Партизан Заполярья, дом 14, в существующем техническом состоянии не создает угрозу окружающей среде, либо угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в здании детского сада, а также людям, находящимся в непосредственной близости от здания детского сада. Здание детского сада находится в нормальном и исправном состоянии. Отсутствуют видимые повреждения. Выполняются все требования действующих норм и проектной документации. Необходимости в ремонтных работах нет. Окончательное решение суда – разрешить дальнейшую эксплуатацию здания детского сада «Солнышко». Решение вступит в силу через 2 недели, если не будет опротестовано. Добавим, что детский сад «Солнышко» рассчитан на 75 детей, и с повторным вводом его в эксплуатацию в городе будет снята острая проблема с нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях.